Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ангелина, я косметолог. Я сегодня приготовила чудо-маску. Эта маска заменит мезотерапии лица и хотела поделиться с вами. Для этого нам понадобится 1 ложка сметаны или йогурт без добавок. И нам понадобится мумьё, 2 таблетки или 2 капсулы, которые очень хорошего качества. И все хорошенько смешала. И это наносится на лицо, под глазами тоже можно. Этой маской пользуемся 1 раз в 10 дней. Очень супер помогающее средство мумьё. Мы знаем его полезные свойства. И вокруг глаз тоже можно, но не вокруг глаз, под глазами тоже можно наносить маску. На очищенное лицо мажем, потом через 20 минут смываем. И это очень супер помогает при морщинах, при угрей. Если у вас кожа слишком сухая, можете чуть-чуть 10 капель оливкового или миндального масла. А так, если у вас сметана жирная, то масло тоже не требуется. Я надеюсь, что это видео для вас было полезно. Если вам видео понравилось, ставьте лайки и поддерживайте. Я первый раз снимаю видео на русском языке для русских, которые живут в Узбекистане. Попросили, что меня непонятно на узбекском языке, и решила снять видео на русском языке. Всем удачи, дорогие друзья! Я вас очень люблю!